где-то на первой речке. Ну вот здесь такой вот кирпичный дом, который видно с электрички. Что здесь находится? Ну, какая-то фирма, скажем так. Ну, по крайней мере, вот на первом этаже здесь что-то. Лион. Какой-то Лион. Наверное, офисное здание какое-то. Что-то здесь, в этом здании находится. Ну вот красная табличка там на фасаде, это, возможно, военные какие-то, я не знаю. Понятно. Тротуара нет. Люди вон ходят по проезжей части. Видите, тротуара здесь нет. С этой стороны. Так, что? Проспект Острякова 38. Вот. Здесь. Вот тротуар есть. Здесь что-то детское, видимо, вон там. На стенах рисунки видны уже, выцвевшие. Изумрудный город, все дела. О. Так, что там? Прим, строй, въезд. Здесь такой затяжной подъемчик. Детская больница здесь, короче, находится. Везде припаркованные машины. Через дорогу такое вот интересное здание. Походу, там банк. Ну и автомобили везде, где можно, припаркованы. Семерочка. Кинотеатр Москва. Здесь Первореченский рынок, да? Или что здесь? Торговый центр Первореченский.
Люди сидят на лавочках. Сейчас, вечер уже. Но так. Ну, погода осенняя, но не холодно вроде.